Всегда выигрышное, глубокое, многогранное сочетание серебра 925-й пробы с сапфировым цветом камня. Всмотритесь, завораживает, удивляет, украшает. И сегодня я предлагаю, не задумываясь, выбрать для себя этот гарнитур, если у вас голубые глаза, синие глаза, серые глаза, зеленые. Это тот камень, который будет очень выгодно подчеркивать блеск ваших глаз. А как заблестят глаза, когда вы оденете данное ювелирное изделие? Вы знаете, ослепительно сияющий камень цвета сапфир представлен вашему вниманию. Изделие отличается эстетическая привлекательность и доступная стоимость, а также наличие именно того, что у нас набор и кольцо, и серьги. Особенно выразительно смотрится вставка центрального камня в овальной огранке, а вокруг просто море фианитов. И очень хочу продемонстрировать сережки на ушке вместе с кольцом, для того, чтобы вы полюбовались этим идеальным тандемом. Это действительно такой формат украшения, который никого не оставляет равнодушным, причем обращаю ваше внимание, что перстень выполнен таким образом, что камень еще массивнее, чем серьги. Это для того, чтобы вы максимально комфортно чувствовали себя в этих сережках, но чтобы акцент был удивительно сильный на сам камень и на ту работу, которую провели наши ювелиры. Обожаю камни с сильной энергией, потому что они наполняют нас особой такой женской силой. Вы же знаете, что украшения – это всегда для женщины вдохновение. Подобные украшения мы могли видеть с вами и в фильме «Титаник. Сердце океана». Там была красивая подвеска и именно такой же цвет камня. Подобные украшения есть в коллекции королевской семьи Великобритании, и мы и на Кейт Миддлтон, и принцесса Диана, и королева Елизавета одевали подобные изделия, и вы наверняка тоже не раз это видели, но наши ювелиры сегодня, вы знаете, решили не выбирать белое золото и бриллианты, а решили сделать данный комплект в серебре, чтобы он был максимально доступный, и как выигрышно смотрится именно эта комбинация. И финансово выигрышно смотрится, и визуально выглядит безупречно. Очень люблю украшения, где вокруг центрального камня вот есть еще такой ореол фианитов, потому что тут размер самого минерала впечатляет, но когда еще дополнительный блеск фианитов, само украшение под лучами солнца выглядит просто безупречно, смотреть одно удовольствие. Именно благодаря вот этой игре и вот этому количеству камней очень красивые переливы. Особенно роскошно, драгоценно смотрятся такие изделия на дамах, которые предпочитают лаконичные, аристократичные ювелирные изделия. Такие покупки отличаются выгодой приобретения, потому что в нашем телемагазине всегда самые лучшие цены. Блистать не хуже королевы, быть принцессой, быть той женщиной, которая вдохновляет, вы можете вместе с нашим телемагазином Kaufbuy. Все наши украшения, вся наша коллекция на нашем сайте kaufbuy.tv. Ну и помните, что сегодня мы предлагаем не просто украшения, мы предлагаем вашу визитную карточку, потому что такие изделия, безупречные изделия, показатель вашего вкуса, вашего статуса и вашей красоты. Носите с удовольствием.